Светодиодная конструкция составляет 6 метров в ширину и 6 метров в высоту. Длина почти 50 метров. Освещает площадь в темное время суток более 1500 светодиодных ламп на арке и столько же на главной новогодней елке города. В этом году зеленую красавицу дополнительно украсили еще 60 метров гирлянд. Уже своеобразной визитной карточкой новогодней Анапы стала светодиодная тройка оленей с санями. Конструкция расположилась прямо у входа в арку. Но композиция еще не законченная. Она дополнится ярким новогодним оформлением куреней, как только заработает рождественская ярмарка. В новогоднюю сказку погрузились и другие площади и улицы курорта. Сотнями огней застыли фонтаны перед зданием администрации. Центральные улицы украсили гигантские светодиодные снежинки. Принять участие в праздничном оформлении города призывают все предприятия. До главного праздника года осталось меньше 3 недель. Самое время создавать новогоднее настроение.